Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Idle Clash. Так, welcome to Idle Clash. Так, ну это понятно, тут, короче, что я должен сделать? Так, нажать, и что? Открываем. Стоп, подожди. Да, блин, не надо мне вот это вот. Что я должен сделать-то? Твою ж налево, кто же знал-то? Что вот так вот все это надо делать? То есть это автокликер получается, да? Авто. Ох, ничего себе, он там наяривает. Увеличьте ворота. Угу. Берем лучников с тобой. Ну-ка. Как-то выглядит Gold Rush. Нифига, он там наяривает. Я немножко в шоке, ребят, как он там наяривает. Так, открыть ячейку новую. Пока у нас не хватает с тобой монет. Естественно, покупать я ничего здесь не собираюсь. Копим, просто копим. Фига, он там наяривает. Так, это я уже могу открыть. 360 монет у нас с тобой. А, так лучник вон он стоит на башне у нас и строчит. А как мне... Ага, 10 боев. Прокачали. Что, все, ускорение закончилось? Угу, но все равно никто не пройдет, верно же? Ведь правда же, что никто не пройдет. Куда звук исчез? Не надо, чтобы звук пропадал. Эй, погоди, а рыцарь-то? Где мой рыцарь? Выходи давай, стоит он там. Да не надо мне это всего. Один лучник бомбит, подожди. Куда у меня делся мой мечник? Скажи-ка мне на милость. Я вижу ячейку. Подожди, как тебя поставить? Вот. Все, ребят, нормально. Куда он отвернулся-то? Давай, вшпаривай. Так, приходится самому, да, кликать? Ревард, что у нас тут? Просто монетки. 2100, 1200 и еще 1000. Плюс гемчики. Так, а что за реликты у нас с тобой? Оу. Реликты классные. Но, видишь, они стоят определенные кристаллы. Так, с какого-то перепуга вдруг мы с тобой вылетели из игры, непонятно по какой причине. Так, я могу? Слушай, нам нужно 500 тысяч, ты серьезно сейчас? 500 тысяч нужно для того, чтобы открыть первую ячейку? 500 тысяч! А губа у вас не треснет? 500 тысяч. Я немножко в шоке. Куда-то музыка. Так, у нас с тобой достижение какое-то есть. Давай глянем достижение. Которое не кликается. Достижение есть, я даже не могу, ребята, посмотреть его. Просто не могу его Давай бомбить уже сами. Давай. Отлично. Так, прорубили. А вот это что такое, интересно мне знать. Прокачка нашего... А, я активировал... А, автобой, да? Какой нафиг я активировал? Ничего не активировал. Сам рубашить должен. Так. Вот это вот что такое? 5. 5 битв. Что 5 битв я должен сделать? Что я должен с этим сделать? Пока мне непонятно, что надо сделать с 5 битвами. Реликт тоже у меня пока нету. Это открываем. 1200 монет. Здесь что у нас? Тоже пока неизвестно. Авто. Фига он там шпарит на авто. Да, здравствуйте, приплыли. Тут еще летающие горгульки всякие. Давай так сделаем. 1600, 1200
и 3200 монет нам дали. Обалдеть, как он там наяривает. Все, закончился, да, у нас автобой? Да, действительно, закончился. Слушай, а смотри, вон внизу какая-то у нас шкала наполняется, да? Вот где у нас написано зажать, где я играю рыцарем. У нас накоп... А, это и есть, наверное, автобой. Как только у нас графа вот эта наполняется, мы можем с тобой активировать, да, автоматическую битву. Теперь я понял. И понял, кстати, что значит пятую волну пережить. Вот в данный момент у нас пятая волна, но битва третья. Секешь, о чем я? Так что следующий персонаж у нас откроется именно на пятой битве. Ух ты, какой сундук. Сколько? 24 минуты он будет открываться? А не слишком ли долго это ждать? Мне вот непонятно, как вот открыть вот эту, ребят. У нас достижение есть. Вот здесь нажимается. А почему вот здесь я не могу? Вот здесь-то. А? Наверху, видишь, моргает, где кубок? Я вот кликаю, и, ребята, не активируется ни шиша. Надо же... Нет, это не то. Это не то. Ладно, фиг с ним. Короче, у нас в каждой битве по 10 волн, как ты видишь. Окей. О-о-о-о, World Rush. Это типа Босяцкого, что ли, да? Пробили мы его. Пробили мы этого хламона, ребята. Фух, фух. Так, что у нас тут? Ничего не могу. Ничего не могу сделать абсолютно. Рекламу смотреть не буду. Не хочу. Одиночное дерево. Монетки. 1500. Так, итого у нас четвертая волна. Четвертая, точнее, битва. Так, заходим в герои и смотрим прокачка. Ну что, 18 уровень у нашего бойца. 18. Погнали. Ух ты, это кто еще там такие идут? Давай, бомби по ним. Куда эти гаденыши на меня тут летят, а? Ты посмотри. А рыцарь не дурачок. Знает, как назад отскочить и прокимарить их. Такой, знаешь, рыцарь-защитник, ёк-макарёк. Так, подожди, а что вот это такое у нас? Ага, 3 гема получено, да? За рекламу, наверное, как всегда. Наверное. Хотя не факт. Так, тут 16 минут, тут 5 минут, там 22 минуты нам нужно ждать. Да автобой ставим, да и все, ребята. Зачем мы с тобой шкалу эту копили? Я все кликаю и кликаю сам. Так, все-таки я должен... Нет, не берется. А как, интересно, моего лучника вот этого, например, прокачать? Скажи-ка мне на милость. А? Как? Который у нас в замке стоит. Никак? Перебьешься, что называется? Не может такого быть. Gold Rush. Так, ребят, последняя волна. О-о-о-о-о-о, смотрите, смотрите. Авто. Трындец, мы его разорвали просто в хлам. Этого орка или гоблина. Давай, тройной, тройной, как говорится, реворд. 5000, 4000 и еще 3000. Солидный куш, я тебе скажу, солидный. А вот теперь, по-моему, я могу открыть ячейку. Не ячейку, точнее, а... Твою же налево, когда же ты откроешься-то? Или нужно пройти пятую битву? В данный момент мы с тобой находимся именно на пятой битве. Как ты видишь, надо, скорее всего, наверное, пройти пятую битву. И только после этого нам откроется новый персонаж. И я думаю, что это так должно выглядеть. Так, осталось 3 минуты. Тут 15 минут и 21 минута. И мы с тобой что, откроем сундучки? Естественно, наверное, за деньгами, я надеюсь на это. Автобой. Как только накапливаем автобой, сразу активируем его, ребята. И вы видите, он просто всех в труху колбасит. Быстро, конечно, заканчивается энергия, но зато дамаг. Ух, какой. Просто великолепный. Сам видишь, да?
Так, вот когда заканчивается, не совсем приятно. Давай. Так. Авто. Ну, замечательно. Так, там 50 тысяч, да, открывается ячейка? Ну, у нас с тобой уже 19 тысяч накоплено. Так, горгулька улетела. Так, ну что, смотри, у нас уже 7-я волна идет. 8-я пошла. Авто. У нас вообще время идет на сундуках. 2 минуты, уже 2 минуты, и тут 5 минут. Так. Хорошо, побомбил и хватит. Ну. Так, не надо. Не надо скидывать своих оборванцев этих. Авто. По-моему, сундук вот этот посередине, ребята, остановился на мертвой точке. 2 минуты. Но он эти 2 минуты уже фиг знает сколько времени показывает. Ну, чё там? Gold Rush. Оу. Ребята, паучара. Ага, я понял. У нас здоровье башни. Чё там такое? Паучков наплодил, да? Целую кучу. Сундук. Эх, к сожалению, ничего нету. Рекламу смотреть не буду. Мы получим с тобой сейчас... Ну, понятно, что одиночный реверт. 6650. Подожди секунду. Ну вот. Три кристалла нужно еще. Да ёк... Вот, спин дали нам. Ну-ка. Пожалуйста, дай кристаллы, дай кристаллы. Так, ребята, у меня крутится нормально. Здесь я смотрю на мониторе. Зависло. И выпадает мне... Что такое, не пойму. Автоскилл 2. Ну зачем? Ну... А еще можно глянуть? Можно. Так, и что же мне выпадет? Что же мне выпадет, ребята? Ну, давай 3 кристалла. Че, куда ты? Это что такое? Опять же... А, автоатаки. И бонусы закончились, ребята. Специальный пак. Не буду я никакой специальный пак там брать. Мне другой вопрос интересует. А, вон, 32 секунды, ребята. Сейчас откроем центральный сундук. Автобой. Автобой. Так, 16 секунд осталось. Сейчас откроем сундук. Блин, мне не хватает одного кристалла, ребята, чтобы получить нового нам персонажа. Понимаешь, да, к чему я? Нового персонажа. Тут их не очень много, можно и самому побомбить. Вот, открываем сундук. Твою налево, тут просто деньги. Тут просто деньги выпали мне. Ну это трэш. Просто взяли меня и накололи. На, говорит, деньжат тебе. Ха-ха-ха. Почему периодически пропадает музыка? Объясни-ка мне на милость, а? Что не так? А, ну я вижу, ребята, да-да-да. На мониторчике у меня начинает игра подглючивать. Что-то у меня и планшет нагрелся. Что, она такая требовательная игра, что ли? Ой, друзья мои. Да, очень хорошо подвисает на мониторе. У меня на планшете она идет идеально, а вот именно передача по беспроводной связи хандрит. То есть фризится, как ты можешь понимать. Да, не очень хорошо. Не очень хорошо. И действительно планшет нагрелся. Да, странно. Так, ну что там по героям-то? Когда... Как мне открыть, ребят? Ну-ка. Ага, тут только... Это магазин, это покупать. Это покупать. А если не хочешь покупать, то я не знаю, как нам получить этот кристалл. Что? 25... Оу. Огненный маг. Башня. Почему раньше я такого не видел? Так. Ну и все.
Ну-ка, где у меня там? Вон, смотрите, друзья мои, у меня маг наверху. Ни один гаденыш не пройдет мимо меня. Или он там наяривает. Прикольно бомбит. Не, серьезно говорю, прикольно. Просто никто не успевает появиться. Да, это у нас из разряда автокликеров идет игрушка, но довольно прикольная. Блин, а где мы с тобой можем получить 3 гема? Вот где? Я даже рыцаря не могу прокачать, но потому что денег не хватает. Так, а здесь что нам нужно? 10... А, до 10 битвы дойди, и ты сможешь открыть нового персонажа. Даже не нового персонажа, а пушку. Да. Пушка, башня, пушка. А вот, вот здесь вот реликты тоже стоят вот эти вот определенные гемы. Причем для лучников, для магов идет отдельно, для всех героев. Для Алекса, то есть для меня, для Эммы, то есть для лучника, для Эмили, то есть для мага. Масон тут даже есть какой-то. Итан. Момо. Ну, это, как ты понимаешь, это все персонажи, да? Санта даже здесь будет. И доктор Браун. Риан. Миск. Вот такие вот, ребят, будут персонажи. Если кому интересно. Давай, давай, вшпариваем. Ага. Слушай, а маг еще и горгули этих неплохо шваркает. Вот что я тебе скажу. Вообще на изи. А? Как тебе? По красоте? Я считаю, что по красоте. Да хорош уже. Турбо-режим активировал. На этом турбо-режиме как очумелый бомбит. Нет, я не буду тратить гемы, ребят. Это ни к чему. Иначе мы с тобой персонажа так и не откроем. Да? Просто вот так вот. Одиночную с тобой возьмем. 7250. И все. Победа. Да хорош ты, не надо. О, все, ребята. Герои. Герои. Открываем. Все, можно прокачивать его. Tap to destroy. Так, а он у меня... Подожди. Твою налево. Это мне, знаешь, что еще надо сделать? Для того, чтобы его поставить, скорее всего, нужно открыть дополнительную ячейку. Верно? За 500-то, блин, тысяч. О-о-о. То, что мы с тобой персонажа открыли, это еще, знаешь, мелочи жизни. Вот что я тебе скажу. За 500 тысяч ты готов открыть новую ячейку для своего персонажа? Вот так вот. Так что тут даже говорить не о чем. Офигенно. Ну, залипалочка такая, знаешь, для убивания времени где-нибудь там в маршрутке, пока я еще не шагаю, я считаю, что неплохо. Так, что у нас там? 29 минут, 6 минут и 12 минут. Скоро все подкрывается у нас. Вот этот меч вот так нажимаешь, тюф, он выпускает волну. Но опять же, этот меч накапливается. Почему я вот здесь вот не могу взять, ребята? Я не понимаю. Рулетка, вот рулетка можно. Можно взять. А почему я не могу вот здесь вот взять? Ага, вот. Вот оно. Совсем другое, друзья мои, дело. Совсем другое дело. Надо просто было кликать не на нее, а где-то практически сантиметра два от нее. То есть вот где у нас вот первый, второй, третий. Вот сюда надо было кликать. В этом случае у нас активировалось. То есть какое-то как смещение идет. Так, автобой, гоу. Рви там всех, ядрень фени. Сумасшедший рыцарь, надо назвать эту игру. Просто валит всех. И по барабанам. Вот смотри, мы только с тобой накопили в данный момент 27 тысяч. А нужно... нужно 500 тысяч. Но ведь как-то должно быть какое-то, я не знаю, улучшение, чтобы как-то... Деньги шли нам, никак не знаю. Почему, интересно, у нас опять седьмая битва?
Почему седьмая битва? Я что, босса не прошел или что? Как здесь вообще это работает все? Не понял. Почему, например, десятую мы уже прошли? Прошли. А у нас все равно седьмая. Парадокс. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Смотри. Завалили мы его все-таки. Окей. Шикарно. Так, дай-ка я посмотрю, что у нас тут. Реворд. Забрали. Ну и сундук. Не надо. Обойдусь. 30 тысяч. Всего лишь 30 тысяч. Блин, ну это трэш. Тройной давай. Хорошо. Не получается, ребята, даже рекламу не дают глянуть, хотя я кликал. Я пытался, но они почему-то мне не дали такой щедрости. Давай-давай, рви их всех тут. Рыцарь маленький. Рыцарь круглого стола, блин. Восьмая битва, да, у нас получается. Просто в раскромсо. 36. Я даже не знаю, что вот мне делать. Может быть, я неправильно что-то понимаю. Может быть, мы... Ой, а это что такое у нас? Так, посмотри рекламу и получишь 1600 голды. Если не хочешь ролики, видеоролики, то купи за 450 рублей себе антирекламник. Починка базы. Так, тут дофига чего, ребята. Лайк не получишь, один гем. Это хитрая жопа, я. Тут реликты. Да. Я могу, например, убрать этого героя, вот этого. О! И что это получается? Воу, у меня герой, да? Или они же вдвоем там, по-моему, или мне кажется? По-моему, у нас теперь двое. Да, ребята? А чё ж ты раньше-то так не делал, я не могу понять. Странно. И кажется, что армия идет что-то чересчур зверское. Ага. Ну что же, случайков-то повеселее, ребята, немножко, да? Ой-ой-ой, там опять подтормаживает. Так, подожди секундочку, я еще раз зайду в героев и кое-что посмотрю. Вот здесь вот что, например, нужно 10 боев. Ну ладно, давай посмотрим. У нас все равно восьмой бой. Так. А куда лучник делся? Куда лучник делся, ребята? Да что за фигня? Куда лучник-то мой делся? Эмма, ты куда делась-то? Не пойму я. Я не пойму, ребят. Куда-то лучник был и вдруг сплыл. Постреляла, попомогала и все сказала. Хорош тебе на этом рейде, да? Дальше сам, без меня. Молодцы, красавцы. Ничего не скажешь. Так, ладно, у нас тут с тобой еще достижение. Забираем все дело. Автобой. Он наяривает, конечно, люто. Так, ну что, наверное, ребята, будем потихонечку. Давай волну. Волна офигенно, ребят, помогает. Ну. Волна. Ты смотри, какого там чувака тащат. Эй. Аж заглючил, ребят, на мониторе заглючил, а у меня, я его уже давно прошел. То есть, там уже трупец лежит.
Да, это все, ребята, AirServer. Это такая вот программа, через которую вещаем мы с вами. У нас же нету эмуляторов на iOS, да? Поэтому вот приходится через всякие программы, ребята. Эта программа, видимо, не справляется, или у меня что-то доперебивает именно связь. Что вот такие вот задержки получаются. Это причем происходит либо на очень сильных таких графически хорошо исполненных играх, либо там, где что-то очень быстрое происходит. Вот что я заметил. Так, ну что, друзья мои, наверное, будем закругляться. Конечно, мне хотелось бы до 10-й битвы дойти, открыть нового персонажа. Если честно. Новый персонаж у нас маг должен быть. По идее. Ну, видишь, мне его почему-то с битвами с этим проблема какая-то. Самая настоящая. А так еще не забывай, что надо прокачивать и лучника, и прокачивать еще мага. Видишь, кликаю, и нифига, ребят. Не дают, дают вот по одному только, и все, ребят. Странно, конечно. Так, ну что, вот 9-я битва. Ладно, хорошо, уговорил, давай дойдем до 10-й. И все. Внизу вот это вот, видишь, зеленая шкала, это показывается, сколько будет противников. Это, то есть, волна, грубо говоря. Как она вся полностью пройдет, как мы дойдем с собой до красного сундука, то все, это означает, что волна, то есть битва пройдена. Ну, видишь, продвинулись чуть-чуть. Так, стопы, 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 ребят. Не все быстро. Помедленнее, чуть-чуть. Окей. Так, это четвертая волна, да, получается? Четвертая. Ну. Такой деловой пошел, главное еще. Мимо меня. Как он умудрился пробежать, я не понимаю. Хорошо, что у нас с тобой очень быстро накапливается автобой. Очень быстро. Gold Rush. Ну, Gold Rush — это переходящее между уровнями, между волнами. Это... А тем не менее, ребята, мы с вами накопили почти 65 тысяч голды. Автобой. Вжаривай. Ну, что такое, ну, завис, ребята. Давай, давай, не тупи. А, окей. Так, ну что, остается последняя волна, да? Это 9-я, да, еще 10-я будет волна, и все. И мы пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты... Какой сердитый, здоровый, огромный. Тут главное, ребята, следить за уровнем здоровья замка, потому что оно... Ох, тут катапульт еще, оказывается, уже появилась. Только сейчас ее увидел. Ну дайте мне награду-то тройную. Нет, не дают. Специально, что ли, такое сделано, я не знаю. Дают только одиночный. Так, мешок с золотом. 29 тысяч монет. Так, ну что, 10-я битва, как ты видишь, первая... А, ну да, первая волна. Воу-воу-воу. Нифига тут, смотри, уже минотавры какие-то появились. Друзья, уже какие-то новые монстры, которых не было доселе. Теперь они взялись. Ну не надо лагать, ну пожалуйста. Ай, ребята, вот у меня вот идеально идет здесь, на планшете. Просто как бы я играю на планшете, а запись у меня идет через монитор. Поэтому я все прекрасно вижу. Я контролирую и тут, и там. И причем она на планшете идет без запиночки. Ни разу не лагануло. Ни разу с ней ничего не произошло. И я смотрю, эти минотавры очень круто тут колбасят меня. Да. Посмотри. Мощный противник. Надо бы пережить просто-напросто это все. И
наверное, получим нового персонажа. 100 тысяч уже накопили. Понимаешь, 100 тысяч. Погнали. Причем? Блин, я боюсь, замок у нас бомбанул сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Здоровья не так уж и много у него. Полный здоровье, считай, отняли. А чё я туплю-то, ёпк-макарёк? Ребята, чё я туплю? Мы же с тобой, твою же налево. Давай вот так вот, наверное. Да. Погнали. Деньги деньгами, ребят, но извините меня. Уровень уровня. Тихо. Хорошо, тут у нас... Опа, реверт с собой. Шинканули, забрали. И продолжаем наяривать. Так, сундук открыт. 11600. Фига себе, сундук будет открываться 2 часа, ребята. Оу. Это еще что за пугало? Твою налево, ребята. Так, у вас там залагало, да? Смотрю на мониторе. А у меня битва продолжается, ребята. Прикинь, какой... Чего зависла игра-то? Ё-моё, тут и паузы нету, чтобы отжать. Но мы его завалим, этого паука, ребят. Должны, по идее. Да-да-да-да-да. Ну, да сдохнет уже паучара несчастный. Именно когда он погибает, у меня... Все, еще куча паучков всяких. Понавыбегала. Рубим, рубим, рубим. Нет, я не знаю, надо что-то с этой фигней делать, ребят. Но это не дело. Вот такие вот фрезы. Это трэш. Полный трэш. Как вот так вот можно играть во что-то, да? Когда вот так вот лагает все. Не знаю. Не успевает передавать просто-напросто и все. Так, ну что у нас там? Все. Прошли. Даже не буду щелкать, это бесполезно. Сам понимаешь. Причем смотри, я сейчас планшет поднес очень-очень близко. Компьютер очень близко. Прям практически положил на него, на компьютер. И, как ты видишь, никаких этих нету. Сейчас посмотрим. Так, это мы забираем. Победа, да? Так, реликты. Нам рассказывают что-то про реликты. Купить. Ну, я купил один. И что дальше? Что мне от этого реликта будет? Объясни ко мне. О! Реликт купил? Подожди-ка, мне же должно хватать. Да что тебе, ты, блин, дашь мне или нет? Вот это вот открыть. Все. Единственный вопрос, как мне их активировать? Неужели действительно нужна ячейка? Наверное, да. Так, сейчас посмотрим, ребята, вот поиграем. Я вот вплотную положу. Будет ли фризить или нет? По-моему, все равно фризит, да? Ничего не спасает, да, друзья мои? Хоть ты близко, хоть ты далеко ставь. Фризы, они и вообще фризы. Ну что, давай тогда на этом будем с тобой закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!